Маньяк, они дождались. Мега-маньяк садится в машину. Включил 4 пониженные. Потому что народ застоялся. По катухе давно не было. 10 лет у вас клуба не в счет. Там и машин не было. Не, куда-то он поехал. Ну, там, может, и на Таврии можно ездить, елки-палки. Что исполняет, непонятно. Теряет авторитет на глазах, блин. Сейчас, может, реабилитируется. Ну, шансы небольшие. Не, ну это не серьезно. Там АК проезжает на раз-два, блин. Да, первый заезд комом, конечно. Пока маньяк не приедет, мега-маньяк не может начать нормальное катание. Блин, минус 7, руки мерзнут. Блин, ну пока развернется и пленка кончится. Блин. Не хочет, машу ему, чтоб право поворачивал. Очкует. Короче, все, замкнул круг. Вот эта трасса будет. Это будет трасса. Слышишь, так надо на Тавриях было ехать. Мы не на тех машинах приехали, елки. Таврия, Славута, ВАЗ-2106. Да, а как начинал? Как буксовал, помню, в молодости. Все, это он паркуется и ложится спать сейчас, наверное, я так понимаю. Да. Хоть бы подрифтил. Блин, рацию не взял, сказать ему, чтобы подрифтил. О-о! Сейчас что-то он пытается показать, какой-то пилотаж. Не, сдулся. Или это он прицелился только? Ага, сейчас 8-я пониженная. Земля мерзлая. Это мерзлая. Главное, пилот не замерз. Не, слабо. Слабо. Колеса надо спустить. Давай. Давай. Паша, давай. Давай, бандеровец, давай. О! Вот это было неплохо. Это было неплохо. Колеса отрывалось переднее. Одно точно колесо я видел. Отпало? Отрывалось от земли. А. О! А я слышишь? Время, я думал, что ты уже это. Думал, где аплодисменты? Ну вот, сейчас он подочковывает чуть-чуть. Ну давай, пленка кончается. Сядь рядом. Блин. Заглох. Заглох. Продавать надо.
могло его раздать. Да иди, блин, если хочешь с тормозами спускаться, чтобы полететь туда. Да она длинная, не перевернется, да, Паша. Конечно. Ну я тебе говорю, машина длинная. Жопа легкая. Все равно длинная не перевернешь. Если бы на старых мостах опасно было. Да что ж такое, блин? Блин, что-то, блин. Может, назад вернешься, блин? Может, назад вернешься? Влево руль, Паш. Влево руль! Такой вертикальный. Где ты, Валера? Это любители шишек, я тебе говорю. У них отдельно. А, у них слет шишек, да? Типа, а где ты колодки покупаешь? А где барабаны, да? Да. Где барабаны? Насколько тебе ступицы хватает, да? О, а ну повторите на камеру. О! Вот так настоящие эти силовики. Силовики настоящие здороваются. Так, тут от маньяков мы отвлеклись. Маньяк пошел в бой. Маньяк в бой пошел. Ну я же не мешаю вроде. Так. Все. Барабанная дробь. Та-та-та-та-та-та-та. Всем включить камеры. Не упустить ни одного момента. Да. А что он там пампер застегивает или что он делает? Валера, одевай второй. Второй одевай. Я думал, дезодорантом брызгает. Ого! Что-то я... Это реальный зверь. Паша, подожди, не спеши. Не хватает блокировки. Не пройти яму. Хорошая артикуляция. Вот начинаются массовые заезды, пошли в Врангель. Первая попытка была не очень удачная, вторая легче.
Thank you.